Что коробчонка Бэтмена припаркована прямо у здания интенсивной терапии. Мы не позволим ему просто взять и уйти. Запись беседы с пациентом. Имя неизвестно, кличка Джокер. Присутствует старший надзиратель Шарп и я, доктор Янг. Опять эти скучные психологические тесты. Нет. Значит, ты и есть знаменитый Джокер. Воплоти. Ладно, док. Хотите, чтобы я опять посмотрел на чернильные пятки? Номер один. Котенок, который был у меня в детстве. Номер два. Что же это? Дохлый слоник. Номер три. Смешно, но шутки в сторону. Шутки в сторону? Эй, Шарпи, она что, не читала мой анамнез? Молчать, клоун! Все врачи, у которых ты наблюдался, диагностировали разные типы психоза. Начиная с синдрома раздвоения личности и до... Список бесконечен. Правда? Так что... Я все видел в новостях. Думал, это хорошо, что ты вернул сюда Джокера. Я и сам так думал. Побудь здесь, пока я разбираюсь. Оракул. Отключи защитную систему Бэтмобиля. Я получила сигнал тревоги. Что случилось? Где ты? Я снаружи поместья Архима. Возможно, Харли Квинн включила сигнализацию. Если Гордон еще с ней, он может пострадать. Хорошо, готово. Бэтмобиль по-прежнему припаркован у здания интенсивной терапии в Северном Архиме. Я выслала тебе планы всего острова и отметила ключевые локации, в том числе машину. Спасибо, Оракул. Туннель перекрыт. Никто не войдет и не выйдет. Все в порядке. Не в порядке. Джокер непредсказуем. Будь наготове. Да? Думаешь, он тут появится? Простите, сэр, но сюда нельзя. Проход закрыт. Куда ведет эта дверь? Путь на старую насосную станцию. Начальник Шарп закрыл ее вскоре после назначения. Конечно, эту ты решил легко. Так и задумывалась. Психопаты совсем одичали. Помощь нужна? Просто будь наготове, офицер. Я решу проблему. Джокер снова на свободе. Это ненадолго.
очень опасно. У нас толпа заключенных из Блэкгейт. Они вооружены пушками, видимо, из арсенала охраны. Спасибо за заботу, офицер. Но им не хватит никакого оружия, чтобы остановить меня. Нам пришлось отступить из туннеля, но там еще остались охранники. Нужно вернуться туда. Я с этим разберусь. Спасибо. Я прикрою тебя, если будет нужно. Бэтмен, слава богу. Мы потеряли управление над туннелем. Нас разделили. Часть ребят застряла там. Это настоящая бойня. Никуда не уходи. Я справлюсь. Не могу в это поверить. Они убили Джексона. Оставайтесь с коллегами. Я положу этому конец. Немедленно. Хочу власть над всем островом. Точно говорю, мальчики и девочки. Архим мой, мой. Скоро увидите, какие у меня планы. Будет просто. У тебя скоро вся мощь. Блин! В багажнике Бэтмобиля хороший запас гремучего геля. Мне он... Харли разнесла машину. Похоже, здесь была потасовка. Нужно осмотреть местность вокруг Бэтмобиля. Возможно, я найду какие-то улики и пойму, куда она увела Гордона. Странно. Эта трубка Гордона – подарок от Барбары. Он не мог просто так ее бросить. Дикая земля. Любимый табак Гордона. Он умнее, чем кажется. Оставил для меня след. Оракул, я нашел трубку. На ней вырезаны инициалы твоего отца. Эту трубку я подарила ему на день рождения в прошлом году. Он никак не мог ее потерять. Именно. Он оставил ее, чтобы я его нашел. Он жив, Барбара. Двери заблокированы. Придется пройти в обход и вернуться к следу Гордона. Стена впереди не очень крепкая. Гремучий гель пробьет ее и откроет новый путь. Дай за тобой тоже! Thank you.
он может выглядеть как идиот и говорить как идиот. Не дайте себя обмануть. Он и есть идиот. Обшарить каждую дыру, найдите всех. Не хочу, чтобы кто-нибудь пропустил вечеринку. Я слишком радушен. Бэтмен, что там такое? Психи стекаются к медблоку. Что затеял Джокер? Он постепенно захватывает весь остров. Похоже, медблок его следующая цель. Кто-нибудь выбрался из здания? Один доктор пытался выбраться. Его растерзали и бросили в воду. У бедняги не было шансов. Подожди здесь, я вернусь. Не знаю, как вы, а я отлично провожу время. У вас, ребята, все слишком просто. Как будто совсем не стараетесь. За что я вам плачу, а? Найдите всех! Живо! Это Бэт! Гордон. Разве тебе не интересно? Я здесь! Заткнись! Ах ты! Чёртова стерва! Харли! Что он здесь делает? Еще рано! Прости, мой пирожочек! Не сердись на меня! Ох ты, плутовка! Я не могу на тебя долго сердиться! Извини, Бивая, поищи другой подход! Пройти через ворота невозможно. Нужно искать обходной путь.
Найдите всех! Не хочу, чтобы кто-нибудь пропустил вечеринку! Я... Согнать всех докторов! Обыщите каждый дюйм медблока! Я не шучу! Проверьте каждую комнату, каждый офис, каждый мусорный ящик! Если еще один доктор вылезет из здания, то вы в нем останетесь навсегда. Я напущу в комнату веселящего газа и брошу вас подыхать. Черт, может быть, по-любому так и сделать? Смесь. Не трогайте меня! Закрой рот и спускайся к остальным! Шевелись! Хорошо, хорошо, я слышала. Уже иду. Зачем ему врачи? Я обязан спасти их. Какой псих все это построил? Вообще на больницу не похоже. Разве в больницах не должно быть чисто? А тут воняет. Кажется, вы испытываете стресс. Пульс учащен. Возьмите себя в руки и поймайте мышь. Или я вам давление опущу навеки. Он подевался.
всего один. Псих-одиночка до зубов вооруженный. Укокошьте его! Стрясло. Что нам делать? Нужно найти его. Или мы на очереди. Все слышали? Оставьте его. Расходитесь и ищите летучую мышь. Подождите здесь. Там все еще опасно. Заткнитесь! Идите дальше! Бэтмен, ты слышишь меня? Покажись! Кончаются игроки! Скорее бы отсюда свалить. В этой больнице меня прямо жут берет. Терпеть не могу больницы. Что такое? Я его потерял! Ой, где же ты? К черту все это!
Я уверен, что слухи о том, что Бэтмен пьет человеческую кровь, беспочвенны. Мне так кажется, по крайней мере. Гора раненых бойцов, которым нужна медицинская помощь. Помещение очищено. Для вас все позади. Не знаю, что произошло. Мы проводили вечерний обход. Вдруг в комнату ворвались вооруженные головорезы и взяли нас в заложники. С ним был кто-нибудь еще? Они повели кого-то в лифт, но я не видела, кто это был. Они явно не хотели, чтобы за ними шли. Похоже, лифт отключили специально. Здесь вам будет безопаснее. Мы справимся. А что с остальными? Мы слышали выстрелы. Может, они погибли, нужно помочь им. О боже, я совсем забыла. Доктор Келлерман был в смотровой, а доктор Чен отправился в хирургию. А доктор Янг пошла в рентген. Понятно, вы оставайтесь здесь. Я найду остальных врачей. Бэтмен спас нас! А я раньше не верила, что он и правда существует. Я вытащу тебя. Все будет хорошо.